Группа международных наблюдателей посетила несколько избирательных участков в Славянске на Кубани. В нашем городе побывали представители Швеции, Панамы, Венгрии. Их сопровождал эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаил Полянский. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянска Анатолий Чумаков рассказал наблюдателям о правилах голосования, ответил на их вопросы. Кроме того, гости пообщались с наблюдателями от партий, кандидатов и общественных организаций, находящихся на избирательных участках. С иностранными делегации находился переводчик, поэтому языковых барьеров не возникло. Международные эксперты высоко оценили уровень организации выборов в регионе. Я очень впечатлен организацией. Я вижу, что все очень хорошо продумано и выбор тщательно организованный. У меня даже нету никаких, не то что замечаний, а вообще в принципе нету никаких предложений относительно того, как лучше сделать, потому что все сделано на очень высоком уровне. I actually was an auditor in my previous profession, so I need to, as far as I can tell. По своей профессии я аудитор, и я всегда очень внимательно отношусь к тому, на что смотрю, и всегда стараюсь найти вот в цепи явлений какое-то слабое звено. Но здесь просто нету никаких слабых звеньев. Я не вижу их. В нашем городе иностранные делегаты посетили 3 избирательных участка. Эксперт Краевой ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаил Полянский также отметил высокую активность общественных наблюдателей на выборах, что позволяет провести их максимально открыто и прозрачно. Что мне хочется отдельно отметить, представители общественного наблюдения представлены на избирательных участках, которые четко знают свои обязанности, контролируют и мониторят ситуацию, которая происходит на участке. Замечаний и нарушений не выявлено. Все проходит организованно, прозрачно, и, как подчеркнули иностранные наблюдатели, и мы все можем отмечать, что в Краснодарском крае сегодня очень хорошо подготовлена работа предварительная, где все партии, кандидаты находятся в равных условиях. Честность и прозрачность выборов гарантирована. Мы вместе работаем, чтобы была объективная картина. Не только иностранные наблюдатели, но и мы, проживающие на территории Российской Федерации, заинтересованы в том, чтобы международное сообщество оценило выборы, в том числе в Краснодарском крае, как прозрачные, легитимные, которые вызывают серьезное доверие всем процедурам, которые сегодня организованы в данном случае в Краснодарском крае. За законностью голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации в Краснодарском крае будут следить около 21 тысячи независимых наблюдателей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».